привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы будем мариновать шашлык. Что для этого понадобится? Мясо я взяла свинину, заднюю часть. Мясо взять можно любое, баранину, свинину или говядину, это уже на ваше усмотрение. Также нам понадобится репчатый лук, гранатовый соус наршараб, гранат, специи, соль и минеральная вода газированная. Приступим к приготовлению. Для начала почистим гранат и нашинкуем полукольцами лук. Когда будете чистить гранат, обращайте внимание на то, чтобы белые перепоночки, тоненькие вот эти, они дают горечь, не оставались в гранате. И также нам не нужна будет кожура от граната. Теперь нарезаем лук репчатый. Лук я нашинковала, остается порезать мясо. Вот такими кусочками я нарезаю мясо. Их удобно потом будет нанизать на шампур, и они быстро прожарятся. После того, как все сделали, берем часть лука и хорошенечко нужно его подавить. Он пустит свой сок. Добавляем к нему часть зерен граната и тоже надо подавить. Перекладываем слой мяса. Посыпаю специями. Солю. Соль берите по вкусу. Снова насыпаю лук. И снова следующий слой мяса. Специи. Соль. Оставшийся лук. Сейчас я перемешивать все не буду. Наливаю соус наршараб. И наливаю минералку.
пределах полулитра будет достаточно. Накрываю все крышкой. И примерно через час его нужно будет хорошенечко перемешать. Очень хорошо, если шашлык настоится сутки. У меня он будет настаиваться сутки. За сутки нужно будет его несколько раз перемешать. Попробуйте приготовить и вы такой маринад для шашлыка. Я думаю, что вам очень понравится. Спасибо, что смотрите мои ролики. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья и всего самого-самого наилучшего.